День добрых дел. Даша родилась здоровым ребенком. Развивалась нормально, улыбалась, смеялась, радовала маму с папой. Только плохо говорила. В 3 года Даша вдруг начала капризничать, жаловаться на сильную боль в голове. В Кирове врачи ничем не смогли помочь девочке. Голова болела все сильнее. И маме с дочкой пришлось поехать в Москву. В НИИ педиатрии после долгого серьезного обследования был поставлен диагноз – монозидоз. В семье и слова такого не слышали. Оказалось, что это очень редкое генетическое заболевание, при котором поражаются нервы и мышцы. К сожалению, вылечить его пока невозможно. В Дашиной жизни оно проявляется постоянно повышенным черепным давлением, задержкой психоречевого развития, нарушением зрения и слуха. Впрочем, Даша и ее мама не намерены унывать. В сентябре Даша пойдет во 2-й класс школы для слабослышащих ребят. Еще она очень любит плавать и, как все девочки, любит наряжаться, танцевать и есть конфеты. Но все эти успехи не были бы возможны без занятий в Центре поддержки семей с детьми с особенностями развития «Дорогу и добра». Там с Дашей занимаются педагоги, которые помогают ребятам развиваться наравне со сверстниками. Даша взрослеет. Ей очень нужны занятия, которые сделают ее более самостоятельной. Тогда в будущем она сможет жить обычной жизнью, а не жизнью человека-инвалида. К сожалению, без нашей помощи Даша не справится. Один учебный год работы центра стоит 3 миллиона рублей. Сюда входит оплата содержания помещения, заработная плата педагогов, закупка необходимых развивающих пособий, специальных тренажеров, материалов для занятий. Давайте вместе поможем центру собрать 10-ю часть необходимой суммы – 300 тысяч рублей. И тогда Даша и другие особые ребята, которые занимаются в центре, смогут научиться ходить и говорить, читать и считать, посещать детские сад, а потом и школу. Отправьте СМС на номер 3443 с текстом «Ребята» и сумма пожертвования цифрами. Например, «Ребята 100» и обязательно не забудьте подтвердить платеж. Сервис доступен для операторов МТС, Мегафон и Билайн. 3443. Вместе мы изменим жизнь особых детей к лучшему.